Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу сделать для вас обзор своей коробочки красоты Allure Box Total Look. У Allure Box вышла вот такая вот замечательная лимитированная коробочка красоты. Коробка разошлась тиражом в 2000 экземпляров буквально за 7 минут. Очень долго и тщательно все караулили эту коробочку, и я очень рада, что мне она досталась. Коробка действительно потрясающая, стоила она 2000 рублей, но я совершенно не жалею тех денег, которые я потратила на нее. И сейчас давайте же расскажу вам, почему она такая замечательная и чем именно. Вышла коробочка в марте, получила я ее в апреле, и решила я снять именно такой формат видео, чтобы вы максимально могли погрузиться в те ощущения, которые испытала я, когда получила эту коробочку. Итак, выглядит коробка вот так. Коробка тоже очень красивая, праздничная, отличается от обычных коробочек, и открывается она тоже по-другому. Она имеет магнитный замок. Вот такую крышку откидную. То есть коробочка она лаковая, ее можно потом использовать будет и как шкатулку. И давайте буду вам показывать. Очень красиво все как обычно оформлено. Атласная ленточка, бантик. Открываем и видим наполнение. Конечно же, брошюра, в которой перечислены все те средства, которые находятся в данной коробочке. Итак, первое, что мы видим, это Beauty Blender. Здесь указано, что спонж для нанесения бьюти средств это оригинальный Beauty Blender. Я знаю, что у девочек разных цветов спонжики были, но мне достался вот такой оригинальный розовый. Здесь указано, что стоимость его 1690 рублей, но я знаю, что в торговых центрах они продаются по 1500. Но все равно, согласитесь, 1500 стоит один спонж, и коробочку с 15 продуктами, вот эту я приобрела за 2000. Это очень круто. В общем, первое, что было, и ради чего я, собственно, и ее хотела, это Beauty Blender. У меня есть такой спонж от Real Techniques, поэтому мне было очень интересно потестировать и сравнить. Обязательно попробую. Также здесь есть вот такое вот средство еще для очищения Beauty Blender. Это тоже классно. В общем, буду с удовольствием пробовать. Следующее, что я очень-очень хотела и давно мечтала попробовать. Приглядываюсь я к этим палеткам на сайте Beauty Homey. Мне очень многие девочки, подписчицы, рекомендовали попробовать вот эту палетку. Но не именно эту, а палетку теней от Sleek. Я знаю, что тени Sleek, особенно их сатиновые тени и перламутровые, славятся своей мегапигментацией и стойкостью. Поэтому, когда я узнала, что в этой коробочке будет палетка Storm, то я вообще просто не раздумывая решила, что обязательно надо брать. Итак, палетка от Sleek Makeup. Для тех, кто не знает, это очень популярный английский бренд. И стоимость данной палетки 1094 рубля. Ну, на сайте Beauty Home они по 1030 рублей. Вот, поэтому очень-очень я рада. В данной палетке 12 оттенков теней, и палетки Sleek Makeup это настоящие легенды YouTube. Очень многие блогеры хвалят и рассказывают о них. Итак, давайте покажу я вам саму палеточку. Картонная коробочка. С обратной стороны палетка выглядит вот таким вот образом. Она сделана из матового пластика. Так, здесь палетка выглядит вот таким вот образом. Глянцевые буквы на матовом фоне. Единственное, знаете, у меня вот, поскольку ногти длинные, небольшая проблемка с открыванием, но ничего страшного. Здесь у нас большое зеркало. И
Вот так вот. Защитная такая пленка. Подписаны все оттенки по названиям. Обзоров на эту палетку великое множество в интернете, поэтому я думаю, что смысла делать сводчи нет. Но если вы захотите, если вам это нужно, то пишите в комментариях. Я, конечно, сделаю тогда отдельный обзор на эту палетку. Но давайте на всякий случай вот возьмем какие-нибудь оттенки. Например, вот синий. И давайте возьмем один из светлых, типа цвета шампанского. Вот такой. И сделаю сводч. А здесь также есть матовые оттенки, вот эти вот нюдовых два. Поэтому оттенки очень-очень хорошие в этой палетке. Они все для меня носибельные. Нету таких вот экзотических попугайских цветов. Вот. Ну, поскольку я не визажист, мне для работы не нужны такие яркие оттенки. Я только делаю себе макияж, поэтому я очень довольна этой палеткой. И очень рада, что все-таки она вот в данной коробочке была. Итак, вот такие оттенки. Видите, как они переливаются? И вот так прекрасно переносятся. Очень хорошая пигментация, яркая. Очень они мне понравились. Следующее, что было в коробочке, это помада-бальзам от Yves Saint Laurent. Вот так она называется. Стоимость одного стика 2530 рублей. Здесь же мне пришла вот такая вот палета. Очень красивая. И здесь три оттеночка. Коралловый, красный и розовый. И маленькая кисточка. Вот, можно попробовать эту замечательную помадку, потому что, согласитесь, пойти и приобрести помаду за 2500, это как-то все-таки удовольствие не дешевое. Следующий продукт, который я нашла в коробочке, это от Victoria Soap яичное мыло-маска для лица с ланолином. Стоимость 650 рублей, вес 50 грамм. Я не знаю, правда, где можно приобрести вот данный продукт, но он меня очень заинтересовал. Вот такая маленькая коробочка, в которой находится мыло-маска. Нужно взбить мыльную пену в ладонях, нанести ее на влажную кожу массирующими движениями, затем смыть пену водой комнатной температуры для ежедневного применение. Это как пенку, если использовать. А если как маску, то взбить мыльную пену в ладонях, нанести ее на влажную кожу и оставить на 3 минуты. Согласитесь, 3 минуты подержать, это тоже очень классно. Как маску использовать 1-2 раза в неделю. Этот продукт – это гордость компании Victoria Soap. Мыло, созданное из натуральных продуктов по старинному шведскому рецепту. Вот, эта маска используется для ухода за кожей из поколения в поколение в Швеции. Мыло с густой пеной изготовлено с высоким содержанием яичного белка, розовой воды и ланолина, что в комбинации дает мгновенные результаты, сужает поры, удаляет комедоны, повышает упругость кожи, контролирует секрецию сальных желез и убирает шелушение, питает, увлажняет, улучшает цвет лица. В общем, продукт весом 50 грамм стоит 650 рублей. Ну, я считаю, что это даже дешевле выйдет, чем покупать подобные корейские продукты. В общем, очень рада. Очень мне эта малышка понравилась. Следующее средство, которое я обнаружила, это миниатюрка божественного масла Immortelle от L'Occitane, французской марки, которая славится своими органическими продуктами. Вот такая вот малышка, очень-очень микроскопическая бутылочка с пипеткой. Здесь 4 мл всего. И данное масло борется со всеми признаками старения, возвращает коже молодой вид, делает ее более плотной и упругой. И на 100% состоит из натуральных растительных масел. Вот, буду использовать на лбу, на мимических морщинах. Следующее, что у нас идет, это от Tony & Guy
спрей для волос текстурирующий, морская соль из коллекции Casual. Вот такая бутылка. Здесь 75 миллилитров. Она, видите, довольно-таки такая славная. И 200 миллилитров полноразмерная версия стоит 900 рублей. Данный спрей формирует текстуру волос, обеспечивает легкую естественную фиксацию, создавая эффект пляжных чуть вьющихся локонов. Поскольку у меня волосы вьющиеся, то данный продукт мне вообще пришелся как нельзя кстати. С удовольствием буду пользоваться. Здесь спрей, вот такой распылитель, и он имеет просто нереально классный аромат. Когда я открыла коробочку, то вся коробочка была наполнена ароматом именно вот этого вот спрея. Очень классно, очень рада, что он здесь был. Следующее. Вот такое вот средство. Это цветочная вода, спрей «Цветы апельсина» от марки Мельвита. Это органическая вода цветов апельсина, которая известна своими расслабляющими и успокаивающими свойствами. Она укрепляет кожу и отлично подходит для чувствительной и сухой кожи. Наносить ее нужно на лицо с помощью ватного диска утром и вечером и не смывать. Здесь 28 мл. Но данная вода, она очень сильно пахнет цветами апельсина. Если вы смотрите канал мой постоянно, вы знаете, что я не очень люблю цветочные моноароматы. Для меня он очень сладкий показался. Моя подруга тоже, которая заказала такую коробочку, получила, она сказала тоже, что да, вот это средство пахнет довольно-таки очень сладко, даже, можно сказать, приторно. Поэтому не знаю, буду ли я им пользоваться или нет, посмотрим. Следующее, что было в коробочке, это вот такая миниатюрка, 10 мл, крем для тела с антистрессовым ароматом, Stress Fix Body Cream, ультрапитательный крем для сухой обезвоженной кожи, аромат чистых эфирных масел, органической лаванды, лавандины, мускатного шалфея, облегчая чувство стресса. Масло карité и подсолнечника защищают и смягчают даже самую сухую кожу. Классная миниатюрка, очень приятный аромат. Тоже очень классно. Аведа. Следующее, что мы видим, это мой любимый Клоранс. Мультигидратант, увлажняющая крем-маска. Здесь 15 мл. Вот такая туба. В прошлой коробочке, которую я вам показывала, если вы не видели обзор, поставлю ссылочку, посмотрите. Тоже была очень классная, красивая коробочка. Там мне попались два крема. Вот Клоранс, новинки, антивозрастной уход, дневной и ночной. Теперь еще у меня вот такая вот масочка будет. Это очень здорово. Крем-маска с насыщенной текстурой обеспечивает мгновенное увлажнение даже самой обезвоженной кожи. Кожу нужно обязательно увлажнять, независимо от типа кожи, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Следующее средство, о котором я мечтала, я, как и многие из вас, я думаю, смотрю видео и мастер-классы ведущего визажиста нашей страны Елены Крыгиной, и она очень-очень рекомендовала использовать для макияжа данный продукт от марки Benefit, это Air Patrol BB праймер под консилер для век. И также этот продукт содержит солнцезащитный фактор 20. Также наполнен маслами, которые защищают кожу от негативных воздействий окружающей среды. Нужно наносить этот праймер на подвижное веко. Это усилит действие формулы у линии ресниц, так как подводка и тени будут держаться еще дольше. Вот в полной версии этот продукт выглядит вот таким вот образом, как стик. Вот. И стоимость полного такого 4 мл там всего, он стоит 2210 рублей. Я его смотрела в Ильдбате, но пробников там не было, естественно. То есть его не потестировать никак, ничего. Вот, я просто мечтала, что где бы раздобыть пробник. Здесь вот такая вот маленькая козявочка,
маленький тюбичек, 1,5 мл. Вот, и с удовольствием попробую. Нужно наносить также на нижнее веко, перед корректором, перед консилером. Этот BB-праймер, он выравнивает веко и предотвращает забивание вашего корректора, консилера в мимические морщинки. Знаете, вот когда бывает, вы темные круги замазываете, и у вас еще больше усугубляется вот эта вот картина, мимические морщинки все видны. Данный праймер, он должен это предотвращать. Так что с удовольствием потестирую, в пустых баночках обязательно расскажу потом вам. Следующий продукт – это новинка от французской марки, которую я очень люблю, это Ифраше. Это праймер для губ. Стоимость данного праймера 650 рублей в бутике. На сайте сейчас можно за 400, по-моему, 56 его приобрести. Это праймер для губ. Вот такой вот стик-карандаш. Он у меня, видите, еще запечатан в пленке. Бесцветный праймер для губ с мягкой текстурой создает безупречно матовый эффект и придает еще большую стойкость помаде. Праймер легко наносится, разглаживает кожу губ, не оставляя ощущения стянутости и сухости. Благодаря формуле, обогащенной пчелиным воском и маслом карите био, кожа становится гладкой и нежной, макияж матовым и еще более стойким. Это очень здорово, потому что я не очень люблю использовать, знаете, какие-то обычные бальзамы для губ, для, ну, как базу под помаду, потому что все равно уже действие помады и текстуры помады, она меняется. А вот именно для матовых помад, как вы знаете, что некоторые матовые помады подсушивают кожу губ, я считаю, что этот продукт будет просто для меня незаменим. Поэтому я очень рада также, что он здесь есть. Вот. Следующее средство от бренда Make Up For Ever. Это тоже дорогой бренд, как вы знаете. Здесь у нас миниатюрка вот такая, 5 мл. Жидкое тональное средство с подтягивающим эффектом. Текстура флюида у него. Разглаживает кожу, выравнивает линии и морщинки, убирает признаки усталости. И степень покрытия от легкого до среднего. То есть можно наслаивать. Вот. Вот такая миниатюрочка. Тоже очень рада, с удовольствием попробую. Мне кажется, что для меня он немножечко темноват, но на лето я считаю, что будет хорошо. Будет у меня такой небольшой эффект загара даже. Следующий продукт – это тушь от Clinique. Универсальная тушь. 7 мл данной туши стоит в магазине 1500 рублей. Она мгновенно завивает ресницы и придает объем и длину. Содержит полимерную основу, которая автоматически придает ресницам объем. Ну и давайте покажу вам. Здесь вот такая миниатюрка. Оттенок 01 Black, черная. И давайте я покажу вам вот такая большая щеточка. Щетка здесь обычная, фибровая, никакая не силиконовая, классическая щетка, довольно-таки большая. Аромат едва уловимый у туши, то есть никакой не навязчивый. Вот, с удовольствием попробую тоже. Тоже потом в пустых баночках расскажу вам свои впечатления. Следующий продукт – это 150 мл. Вот такая термальная вода от французской марки Avène. Эту марку я знаю очень давно и люблю ее очень. Термальную воду, вы знаете, как я люблю термальную воду. Это вообще просто мой must-have, это незаменимый продукт мой уходовый для увлажнения лица. Вот, поэтому очень рада, что термальная вода у меня теперь есть. 300 мл термальной воды Avène в аптеках стоит от 500 до 800 примерно рублей. Очень хорошая вода, успокаивает хорошо кожу. И добывается она в термальных источниках Avène.
во Франции. Очень классная. И здесь еще специально для Allure Box японский художник Такуши Мизуна, вдохновленный брендом Авен, разработал серию рисунков, воплощающих красоту и элегантность женщины. Вот. Эти рисунки легли в основу дизайна упаковок и коллекционной термальной воды. Серия «Зеркало», 2015 год. Изготовлена во Франции. Вот такая вот классная водичка. Пользоваться пока не буду, оставлю в запасике. Срок годности до октября 2017, поэтому если вдруг все-таки удастся куда-то поехать в отпуск, отдыхать, то вообще просто как найдется. Также последнее, что было в моей коробочке, это аромат от моей тоже одной из самых любимых марок, от Kenzo. Коллекция ароматов Kenzo Totem, их всего три аромата существует. Зеленый, вернее, желтый, оранжевый и голубой. У меня вот такой вот, это желтый. Жизнерадостная свежесть аромата с оттенками цитрусовых нот, яркая свежесть розового грейпфрута, нежность чайных листьев и характерные древесно-кожные ноты. Взрывной цитрусовый коктейль для неповторимой личности. 50 мл в магазине стоит 4090 рублей. Я на днях была в Литуаль, мы с подругой ездили, потестировали этот аромат. И в Литуаль со скидкой можно по карте бриллиантовой за 3500 его приобрести, 50 мл. Посмотрите, какая милая упаковка. Вот сейчас вы можете видеть, что стекло синее, темно-синее стекло. Он очень классно на солнышке смотрится. Здесь вот такая пробочка. И аромат мне не передать вам словами. Вы знаете, как я люблю цитрусовые ароматы. Для меня он просто, это мой аромат на 100%. Я очень рада, что мне попался именно аромат от Kenzo, потому что во второй половине коробочек был аромат «Ангелы и демоны» от Givenchy. От Givenchy у меня есть полная версия, поэтому я рада была потестировать что-то новенькое для себя. Поэтому очень рада, что у меня вот такая миниатюрка, здесь 4 мл от Kenzo. Очень классно. Вот, и последнее были буклетики, сертификат Нью-Йорк, красота по-американски, скидка 25%. И еще вот такая вот карточка, как раз, кстати, промыла вот эту маску мыла от Victoria Soap и о бренде. Почитаю, изучу. Вот, в общем, вот такое наполнение, прекрасная коробочка. И, согласитесь же, очень классная цена. То есть бьюти-блендер и палетка уже окупают полностью стоимость коробочки, которую я заплатила за нее. И можно сказать, что все остальные продукты, 13 штук, уже достаются бесплатно. Вот, поэтому очень рада этой лимитке. Буду еще обязательно заказывать коробочки Allure Box и тем более лимитированные коробочки. В следующем обзоре покажу вам еще не менее одну интересную лимитированную коробочку Luxury Box. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Если будут вопросы, обязательно задавайте, с удовольствием на них отвечу. До новых встреч! Пока-пока!